Привет! В эфире «Универ News». Подожди, ты же ведь еще не получил порцию самых стильных, модных, молодежных новостей. Расскажу тебе их я, Олег Скиданов, причем бесплатно, без СМС и регистрации. Устраивайся поудобнее, мы начинаем. В Челнах открыли первый школьный инженерный класс КФУ. В КФУ состоялось открытие конкурса «Лучший госслужащий РТ». Ученые Казанского федерального университета провели исследование термического режима. В Челнах открыли первый школьный инженерный класс Казанского федерального университета. Соглашение было подписано в актовом зале школы номер 41 Набережных Челнов в присутствии ректора КФУ и мэра города. Подробности смотри в следующем сюжете. 11 сентября состоялось подписание соглашения о взаимодействии и научно-техническом сотрудничестве между Набережно-Челнинским институтом КФУ и школой номер 41 города Набережные Челны. На церемонии подписания присутствовали мэр города Наиль Магдиев, ректор Казанского университета Ильшат Гафуров, директор Набережно-Челнинского института КФУ Махмуд Аганиев. Мэр города Набережные Челны Наиль Магдиев в своем выступлении поблагодарил руководство Казанского федерального университета. Он отметил, что данное соглашение даст свои плоды в будущем и будет работать на экономику, социально-культурную сферу города. Соглашение предполагает расширение возможностей школы за счет преподавателей и ученых Казанского университета. В профильных классах появятся дополнительные занятия, в частности, подготовка к ЕГЭ. Таким образом, решается вопрос не только с повышением уровня знаний школьников, но и с профориентацией. Обучаться в 8-м инженерном классе будет 21 ученик. Все они отбирались по итогам Олимпиады по физике. Есина Тимерова, Универньюз. В Казанском федеральном университете состоялось открытие 5-го конкурса «Лучший государственный гражданский служащий Республики Татарстан». В течение 2 дней участникам предстоит пройти тестирование на знание законодательства и языков. Итоги будут подведены 6 ноября в День Конституции Республики Татарстан. В научной библиотеке имени Николая Ивановича Лобачевского Казанского федерального университета состоялось открытие первого этапа 5-го республиканского конкурса «Лучший государственный гражданский служащий Республики Татарстан». Конкурс для нас юбилейный, мы проводим его уже 5-й раз, и я считаю, это стало таким традиционным благодарным мероприятием. В этом году заявилось 54 сотрудника из 25 государственных органов республики. Так, самому молодому участнику конкурса 24 года, самому опытному – 51. Сегодня в органах госвласти работает 580 сотрудников, которые выполняют большой и серьезный объем задач. Не случайно мероприятие проходит на базе Высшей школы государственного и муниципального управления Казанского федерального университета. Традиционно школа была и остается площадкой для проведения конкурса «Лучший государственный гражданский служащий Республики Татарстан». Все присутствующие здесь, ну, как минимум 1-2 раза побывали здесь, в этих стенах, для того, чтобы повысить свою квалификацию. И мы гордимся тем, что у нас, к нам с удовольствием сегодня записываются и государственные, и муниципальные служащие. Если в цифрах, то за прошлый год у нас прошли повышение квалификации 6,5, а точнее 6570 государственных и муниципальных служащих. Отметим, что ежегодно к работе конкурса привлекаются сотрудники Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого КФУ. В наших конкурсных испытаниях есть задания, связанные с владением государственными языками, с владением иностранным языком, русский язык, татарский язык, поэтому мы привлекаем соответствующих специалистов. Вот уже 5 лет они нам в этом помогают, за что им большое, огромное спасибо. Подведение итогов конкурса награждения победителей состоится в День Конституции Республики Татарстан. По итогам конкурса будут определены 12 победителей. Лауреаты конкурса в торжественной обстановке будут награждены дипломами «Лучший государственный гражданский служащий Республики Татарстан» и денежным призом в размере 50 тысяч рублей. Диана Шилова, Леонард Витяров, Универньюз. В рамках симпозиума по прецизионной медицине в КФУ состоялась экскурсия по лабораториям вуза. Чем впечатлил приглашенных ученый медицинский кластер университета, расскажет наш корреспондент. В Казанском университете состоялся симпозиум по прецизионной медицине. Главный вопрос данного мероприятия – как улучшить лечение пациентов с онкологическим заболеванием, а далее и вовсе выявлять болезнь до ее возникновения. После официального открытия симпозиума его участники были приглашены в зоологический музей Казанского университета. Для них была проведена экскурсия, где гости вуза смогли не только увидеть уникальные экспонаты, но и узнать историю университета. Далее ученые отправились в учебную лабораторию Института фундаментальной медицины и биологии КФУ.
КФУ. Делегация ознакомилась с технологиями и оборудованием, благодаря которому медицина может сделать серьезный шаг к победе над раком задолго до первых симптомов. Разнообразие оборудования лаборатории Казанского университета оценили по достоинству. С такими инструментами ученые достигнут больших результатов. Precision medicine has the potential to transform cancer care for each individual patient. Yes, there will be challenges with the costs associated with it, but we have to look at the benefits to the patients and our societies to have productive people healthier for longer, and that's a positive for everybody. We're extremely impressive. The scientists working here with this outstanding technology, it's a very exciting opportunity for us to collaborate. Высокие медицинские технологии создают потребность в компетентных и прогрессивных специалистах. В этом отношении в Институте фундаментальной медицины и биологии КФУ для подготовки врачей используются самые инновационные разработки. Именно с ними гости вуза познакомились в симуляционном центре Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Увидел я тут много чего, я не видела в Америке. То есть, ну, с оборудованием совсем довольно богатый университет. И я удивляюсь, откуда такие деньги. Потому что не в каждом американском университете, где я поработал во многих местах, не каждый имеет такое оборудование. Могут многие позавидовать, скажем так. Уже сейчас понятно, что наука ушла далеко вперед и продолжает развиваться. Но докторам донести новейшие знания пока не удается. Будущее здоровье всего мира станет доступно, нужно лишь объединить ученых и врачей, дать им нужное оборудование и финансы. Нам же остается только ждать этого воссоединения. Адель Шамилова, Алена Помазкина, Ленардо Влетьяров, Универньюз. В Елабужском институте завершился футбольный турнир на Кубок директора. О том, как прошло данное спортивное мероприятие, кто принимал участие и кому досталась заслуженная победа, смотрите в нашем следующем сюжете. На новой спортивной площадке Елабужского института КФУ прошел первый турнир по мини-футболу среди школьников на Кубок директора института. На протяжении двух дней шла серьезная длительная борьба среди футболистов 11 команд школ города. Сборные школы – это всегда очень сильные команды. Не зря они сборные, потому что собираются из лучших ребят в школе. Конечно, кто-то был сильнее, кто-то был чуточку слабее. Результат налицо. Очень порадовала команда школы номер 6. Сделала фурор как бы вот в этом турнире, то, что стало серебряным призером. Хотел поблагодарить отдельно КФУ за хорошую организацию и за поддержку, за то, что они так хорошо поощряют учеников, как бы их мотивируют. Честью получить грамоты удостоились команды, занявшие призовые места. Ими стали команда школы номер 8, занявшая третье место. Второе место заняла школа номер 6. Первая – школа номер 10. Также были награждены отдельные игроки. Звание лучшего вратаря получил Даниил Юртаев из 6-й школы. Лучшим защитником стал Алмаз Шишкин, ученик 6-й школы. В номинации «Лучший игрок» победил Максим Минеев из 10-й школы. Адель Шамилова, Каиль Юрикова, Ильшат Ахмадеев, Универньюз. Что будет, если средняя температура в Казани повысится? Ученые КФУ провели исследование, и все ответы вы узнаете в нашем сюжете. Ученые кафедры метеорологии, климатологии, экологии, атмосферы Института экологии, природопользования Казанского федерального университета провели исследование термического режима при Казани за 90 лет. Ученые проводят исследования, чтобы определить количество градусов, на которые повысится средняя температура через 100 лет. Климатические изменения – они не столь страшны сами по себе, я имею в виду средние величины, а вот катаклизм, который они вызывают. И поэтому их становится все больше и больше, они масштабнее, и наибольший, и все больше и больше ущерб приносят вот эти катаклизмы, природные катаклизмы. Чем выше температура, тем они будут чаще возникать, тем больше энергии находится в атмосфере и прочее. С учетом возможных проблем к повышению средней температуры необходимо быть готовым. Для Татарстана, я считаю, важный момент является, конечно же, в первую очередь, видеть, как меняется температурный фон и использовать его для, в первую очередь, для экономики и сельского хозяйства, для водного хозяйства, городского в том числе хозяйства. Артем Тупичкин, Владимир Нелюбин, Универньюз. На сегодня обо всем рассказали. Следи за нами в социальных сетях и узнавай больше вместе с Универньюз. До встречи!